Всем привет, друзья! С вами ZM1337, и это вторая попытка угадать Кати Клэп. Что? Да, ребята, это вторая попытка угадать Кати Клэп. Ну что ж, нажмем игру и играть. Что? Я не знаю, спойлер. Давайте напишем опять же. 19. Номер вопроса. Давайте. Ваш персонаж существовал в реальности? Профессионально. И сегодня на моем канале холл, ноутбук и еще и мой гардероб, потому что... Да, он реальный, прикиньте. Наверное, да, да, наверное, да. Нету. Я так думаю, да. Да. Не знаю. Нет. Нет. Снялся в клипе. Нет. Да. Нет. Нет. Я не знаю. Не знаю. Нет. Нет. Я не знаю. Да ладно, ёпта. Да. Йоу. О. О, е, мазафака. А, кинатор затащил. Да. Отлично, я снова угадала. Снова? Персонаж был... Стоп! Там же вроде было написано Кэти Клэп. Ну... Ладно. Ну, все равно, Кэти Клэп? Катя Клэп. Но все равно, Кэти Клэп похоже. Ладно, ребят, я не знаю. Давайте добавим бонус к этому видео, за то, что он угадал. Давайте мы сейчас попробуем. Знаете, кого отгадать? Иванга, это будет слишком легко. Саша Спилберг, я ее не люблю, она шлюха, я ее постоянно под каждым видео обсираю. Не знаю, ребят, давайте тогда отгадаем, я не знаю. О, давайте Марьяну, давайте, нет. Ей 17 вроде, возраст. Номер вопроса, вы спросите, что в реальности? А смысл задавать такие вопросы? Если... Логика. Воспитанец мужчина. Оу, oh, ноу. No. Да. Да. Нет. Марьяна Ро. Нет. Воспитанец Японии. Да. Ваш персонаж живет в Тюмени. Нет. Воспитанец члена из одной группы. Нет. Ваш персонаж имеет красивый цвет волос. Да. Ну, по крайней мере, я так думаю. У вашего персонажа волос необычного цвета. Я не знаю. Я не разбираюсь в волосах. Ваш персонаж живет в Эстонии. Нет. У него есть вторая половинка. Ивангай. Но они еще не поженились, так что, возможно, частично. Мексиканец. Может быть, персонажка? Нет. Аспираж имеет отношение к исторической реконструкции. Я не знаю. Аспираж сносит футболку с надписью АЦ. ДЦ. Нет. Ах, ваш персонаж стал заменить благодаря компьютерным играм. Нет. Ваш персонаж побежал драконов. Нет. Ваш персонаж птица... Я же сказал, что он реальный. А, ну да. Нет.
Ты же уже задавал. Ну ладно, да. 16 мало за 18 лет. Блин, может ей 19, я не знаю. Ладно, это я нажму да. Может, потому что спарился у Ивангая. Я не знаю. Вас влюблен ли вас? Да. Ваш писец стоит. Да. Да! Йо-йо, мазафака. Он отгадал Марьяну Ро. Это мазафака бич. Это мазафака. Так, отлично, я снова угадал. 189 тысяч раз. Ебать. Я даже не знаю. Хорошо, давайте бонусом. Я не хочу гадать. Сашу Спилберг. Давайте. Булкина, точно, но мало кто его знает. У него 800 костерей подписчиков. Я так думаю, давайте все-таки Булкина. Так, привет, я Кинатор. Играть. Я не знаю, сколько лет Булкину. Давайте напишем. 24 года это. Ну, давайте 24 года напишем. Номер вопроса. Ваше существо. Да. 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 Нет. Я сыграю Майнкрафт. Нет. Да ты уже задавал вопрос. Господи, вас бородатый. Ну, вообще-то он бреется. Возможно, частично. Он бреется. У вас просто больше 2 миллиона подписчиков на Ютубе. Нет. Где-то идет про CSGO. Да. Ваш персонаж... Да. Ваш персонаж с татуировкой. Да вроде нет. На мотоцикле, да. Попугаев, я не знаю. Написано, посещал Китай. Я не знаю. Йоу-йоу, он отгадал опять Булкина, ёпта. Он отгадал Булкина. Боже, играть с вами. 5000 раз. Давайте, не знаю, он такой молодец, он все отгадывает. Давайте, знаете, еще кого пробуем? Какие мне там? Я даже у меня очень много подписчиков. Просто, ну реально слишком популярен. Давайте, знаете, что сделаем? А давайте Семченко попробуем. Ну почти то же самое ответы, но все-таки давайте Семченко. Он тоже снимает видео про CSGO. Сколько там минут уже, алло? 8 минут, ну-ка, Фаста, мы должны успеть, мы должны успеть. 70 лет. 20, я так думаю, ему 22 года. Играть. Давай. Ой, смешно, реален. Да! Нет. Да. Нет. Нет. Да. Да. Нет. Возможно, частично. Я не знаю. О, нет, блин. Нет. Да. Кореец, я не знаю. Нет. Играет на гитаре, я не знаю. Родился в Украине. Нет. Нет. Да, вроде Семченко. Ребят, а давайте зайдем на его канал и посмотрим. Я только что посмотрел, и я не нашел ни одного видео по GTA с гонкам в плейстах. Нет. Я был на сходке в Игромире. Я не знаю. Этот человек составил... Нет. Волосы. Нет. Значит, кепку. Нет. 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 Да. Я думаю, это... Нет, ребята, к сожалению, Акинатор последнего не отгадал. И что ж, ребята, пока, пожалуй, прощаться. С вами был Зайдом 1337. Всем спасибо за... Блять, опять! Всем спасибо за просмотр. С вами был Зайдом 1337. Всем удачи, всем пока.